Жители Якутска в скором времени смогут полюбоваться лебедями на озере Щёрса. Сегодня там прошел субботник. Участники очистили территорию водоема. В ближайшее время, как и в прошлом году, на озеро выпустят водоплавающих птиц. Водоем действительно стал любимым местом горожан. От мала до велика здесь люди общаются с природой и любуются пернатыми. В прошлом году Лебединое озеро посетило больше 4000 человек. Также здесь идет стройка пирса. Авторы проекта планируют красиво его оформить, развесить плакаты с названием всех пород уток на русском и якутском языках. Открытие озера в новом виде состоится 24 июня. У нас проект тоже называется «Лебединое озеро». В прошлом году мы участвовали в гражданской инициативе по проекту и получили там немножко денег. И вот на эти деньги вот построили вот такой, ну, как бы такой загон. И скамейки поставили, где цветы посадили и запустили уток. Уток, гусей и лебедей. Народ ходит, любит это место, уже как бы стало одним из самых любимых мест. В любое время подойдешь, где народ околачивается. Мы в прошлом году установили видеокамеры, здесь поставили будку, охранник будет охранять. Ну так ни одной утки не потеряли,